хочу пиццу. Я хочу пиццу. Ты существуешь только благодаря пени. Я существую благодаря пени. Эта пена, сука, существует благодаря мне, жмышенке. Понятно? Если бы не я, то пену, блядь, Давид, даже бы никто не знал. Это я ему дал путь и дорогу пене, понятно? В мир человеческий. Он, сука, подстольная нежить, понимаешь? Это войс Чангер, это никто, это не человек даже. Это, сука, просто голосовой эффект. Его нет физически пены, его не существует, понимаешь? Есть только программа, которая делает пену. Пена, как человек, не существует. Это несуществительно, понимаешь? Это просто голосовой робот. Да, да. Нахуй иди. Почему? Потому что если бы он существовал, мы могли бы с ним одновременно, допустим, сказать одно слово. А так я не могу, потому что это программа. Понимаешь? Я настоящая, пена выдуманная. Пены здесь нету. Ясно? Я здесь настоящий, не он. Жмышенко настоящий, пена искусственная.